В Нефтекамске наиболее распространены инфекции, вызываемые ротовирусами. Так, за прошлый месяц в больнице с данным заболеванием обратилось 24 человека, из них 20 детей. Профилактика кишечных инфекций включает простые правила гигиены. Во-первых, это обязательное тщательное мытье рук с мылом перед приготовлением, во время приготовления и употребления пищи, а также после посещения туалета. Воду для питья следует употреблять кипяченую либо бутилированную. Овощи и фрукты, в том числе цитрусовые, бананы, употреблять только после мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком. Все продукты следует хранить в чистой закрывающейся посуде. Скоропортящиеся продукты хранить в холодильнике только в пределах допустимых сроков хранения. Купаться в открытых водоемах в летний период года можно только в специально отведенных местах. На вокзалах, в аэропортах, местах массового отдыха при питье бутилированной газированной воды использовать только разовые стаканчики.